Она вообще вот смотрится волшебно немножко. И она вот таким же образом появилась на свет, эта елка. Каким-то, я даже не понимаю как. Потому что буквально, ну не знаю, месяца полтора-два назад ко мне зашли совершенно незнакомые мне молодые люди и решили себя вот как-то вот приложить в каком-то вот таком виде. Они принесли картинку очень красивую в компьютере, на которой была изображена вот этот, я не знаю, елка, я ее называю объект некий такой, который очень забавно смотрелся, так интересно, и сказали, что вот мы хотим сделать такую штуку. Я говорю, ну отлично, если хотите, но у нас уже все спланировано, у нас живая елка будет на наших новогодних праздниках и так далее. Они говорят, мы все сделаем сами, сами найдем деньги, сами все сделаем. Вот нам важно, чтобы просто вот мы очень хотим, чтобы в театре «Манекен» вот это появилось и вот стояло.